Вот сейчас мы во внутреннем дворике отеля Рапов. Вот видите, вы помните, как у него выглядел фронт? Он выглядел совсем по-другому. А сейчас мы во дворике, и тут поставлены столики. Народ кушает, выпивает, фонтанчик. Ну, то есть все очень классически в старинной манере. Вот посмотрите, даже какие тележки. Интересно. Итак, вот так. Чувствую себя каким-то сэром Уинстоном Черчиллем, ну или, по крайней мере, из какой-то семьи такой, знаешь, аристократичных англичан, которые приехали в Сингапур, что-то тут завоевали, вот, и стали свои владения здесь распространять. О как! Здание-то атасное. Сидишь в отеле Raffles на веранде лонг-бара и смотришь с грустью, наверное, что современный-то город наступает. И уже вот рабочие уже строят буквально под окнами очередной, наверное, какой-то станцию метро, да, или какой-нибудь там небоскреб, который перекроет весь вид, и, к сожалению, будет все больше и больше обступать вот этот вот легендарный центр английского колониального наследия.